Всем привет! Blender 2.91. Информация взята с канала 3D Skill. Ссылку на канал кину в описании. Ну и давайте посмотрим по нормалям. Что такое вывернутые нормали и как их исправить. Вот когда мы делали студию, вот в такое положение переводим, допустим, бокс. И вы видите, что у нас просвечивается именно полигон вот этот. А здесь нет. Давайте посмотрим, что тут да как. Object Mode. Выбираем Box. Выбираем Edit Mode. Выбираем какой-нибудь полигон, вот этот, допустим. И нажимаем Alt-N и Flip. И вы видите, что теперь здесь он будет просвечиваться, полигон, а здесь он вывернут сюда. Опять выбираем этот полигон, нажимаем Alt-N, и опять же можно Flip и вернуть все назад. Вот в такое положение. Теперь можем здесь смотреть, будет просвечиваться полигон, с этой стороны тоже. Вот такая получается штука. Если сейчас мы включим, допустим, вот эта Face ориентация, то вот у нас все заливается синим цветом. И вот эти вот вывернутые нормали мы увидеть не можем. Для этого нужно отключить Backface Cooling. И вы видите, что красным выделены вывернутые нормали вот эти. Вот такая штукенция. Опять же мы их можем через Shift все выбрать вот так вот. И Ctrl, так, Alt-N, Flip. И вывернуть их вовнутрь, наружу. Вот так вот. Теперь, если мы отключим все это дело, вот, то будем видеть, что все заполнено и нет прозрачного фона. Если мы сейчас включим Backface Cooling, то увидим, что теперь здесь у нас прозрачные полигоны, нормали вот эти. А здесь вот вывернуты они в эту сторону. Вот такая штука. Прикольная. Так. Протестим. Вот. Выбираем опять же полигоны. И Alt-N, Flip. Выворачиваем их вовнутрь или наружу. Вот наружу. Вперед. Теперь мы отключаем все это дело. И вот происходит вот такое заполнение. Теперь нужно включить Backface Cooling. И теперь будет прозрачность. Вот такая прикольная штукенция. Все, всем пока, до свидания. Посмотрите оригинал ролика. В этом ролике протестил. Вот так все это дело работает.